Здравствуйте, друзья. Рассказываю историю, как приехали мы только в Америку, поселились в Сан-Франциско, и первый раз пошли в большой магазин. Safeway называется, такой большой, ну, как по российским, советским понятиям, супермаркет. Идем мы туда. И у нас есть план. Мы хотим вот это, вот это, вот это. Но первая проблема, ты не знаешь, где оно находится. Вот структуру. Больше того, я могу сказать, что вот мы тут уже 25 лет, они периодически меняют, где чего лежит. Да, умышленно делают. Единственное, что всегда лежит вот с той стороны далеко, чтобы пройти через все, это то, что всегда надо. Там молочные, там такие вот это вот. У них целая философия. Короче, а мы еще ничего не знаем, мы ходим, по-английски не говорим. У нас телега такая на колесиках, и мы высматриваем. Там женщина какая-то идет, мы хотим купить кукурузу в баночках, мы очень любили, консервированную. И нет кукурузы, а женщина идет, и у нее кукуруза, и Света мне говорит, смотри, вот у женщины кукуруза как нам надо. Она поворачивается по-русски, говорит, а это вот там вот лежит, значит, надо только, говорит, поглубже залезть, там вот она снизу. Мы говорим, о, уже надо осторожно по-русски. Но заходим мы в какой-то угол. И что-то там, я не знаю английского, в тот момент я совсем ничего не знал, но есть вещи, которые мы знаем. Ну, например, там написано fat-free, cholesterol-free, sugar-free. Я знаю, fat – это жир, cholesterol – это холестерол, значит, что там, sugar – это сахар, free – это бесплатно. Значит, ну, я думаю, боже, какая страна, самая вкуснятина, денег не берут. Да, ну, потом уже, конечно, немножко оно так, да. Ну, вот первое впечатление. Так.